ехали с Каренды, и тут как раз у нас на повороте на Потеряевку вот эта прямая дорога идет туда, потом налево уходит. Еще один куст есть Каренды. Это скрещена смородина с крыжовником. Вот он такой большой. Ну, тут два их, можно сказать, потому что есть вот такой желтовато-красный, а есть черный. Вот он. Сам грозди. Тут, правда, он такой кисловатый. А вот это красного сладкого. Сладкий, нет? Нет, вот. А то, черная краска сладкая. Нет, черная я как раз пробовал, а кислая. Да, мне понравилось. А красная что-то не очень. Хотя она видно, что она ведь спелая, да? Ну, от которой это. Такие прозрачные. Угу. Они спелые, да. Не прозрачные, а темноватые. Это непонятно, что же. Она вообще там погибает. Что с ней? Может быть, Игорь. Не собирает. Максим тут спрятался под кустиком. Большая такая. Давай ешь. Сладкая. Сладкая, точно? Ну, давай. Попробуем. Пройдет. Ну ничего, сладко, да. Этот кустик я прям там выбираю. Поворачивается полосу, а где у нас идет это? Рядом на повороте. Да, показали уже. Тут вот рядом железная дорога идет. Что ж тут не брать? Это прям ягода одна. На одном месте можно набрать. Это Игорь Барбаша. Поле. Это какая-то низкорослая стебель. Что дождей было мало. Ну все. Слава Богу за все. Ученики ходят. Дождик собирается, видимо. Крупная болота, сладкая. Я ему дал. Все. А такие надо, брат, есть тоже сладкие. Нет. Нет. Как? Савченко Виктор Николаевич нет, он любил. Передаем ему привет. А у них там такой, может, и нет. Тебе кто не пришла? Это алтайский аграрий, Лисовенко там перечисляют. Выбрали такой сорт, крыжовник. Со смородиной скрещенный. Притом они близкие по родству. И дали свой плод. Отлично, мула лошака не рождает. Слава Богу за все. Аллилуйя.